Ну, так получилось, что ваш посол пришел в нашу школу, в которой я учился в Баку, и просто начал рассказывать о Литве и об университете, об ГТУ, о ИСМ и так далее, других университетах. Ну, я просто так взял буклет, просто ради интереса решил начать переписку с университетом, с координатором, с Мессиной. И так получилось, что я просто приехал, как бы случайно, но я когда сюда приехал, я даже не представлял об этой стране ничего. Но когда сюда приехал, мне эта страна очень понравилась. Больше всего мне нравится здесь природа и общение людей. Что все люди, ну, просто они добрые и гостеприимные, очень гостеприимные. Это очень привлекает и всех туристов, и иностранных студентов. Для меня это плюс, я думаю, для Литвы. Ну, не знаю, думаю, не нравится. Только один минус я увидел, когда вот у некоторых людей есть более-менее какой-то национализм. А в принципе, я думаю, что, насколько я знаю, это доля процента составляет от всей Литвы, кто не любит иностранных людей. Ну, вот только это единственный минус, который я здесь увидел, но не в таком распространенном виде, как в других странах, как в России и так далее. Это хорошо. В первую очередь для меня это хорошее образование и диплом Европейского Союза. И во вторую очередь я могу при помощи учебы в Литве побывать во всей Европе. И мне обойдется это намного дешевле, чем если я буду учиться в Баку, а также и качество образования, которое дается в этом университете, в ГТУ. Ну, как минимум, мой родной брат и мой близкий друг приезжают на следующий год в Литву на учебу. И первое, что я им сказал, что когда вы приедете, для вас будет совсем другое то, что вам говорили в Баку о Литве. Это будет совсем другая картина. И для вас это начинается более взрослая жизнь, когда вы живете один, и более самостоятельная жизнь.